Они только что направили предупреждение о том, что здание Хиджи будет подвергнуто бомбардировке. Район полностью эвакуирован. Женщины, мужчины, старики и дети – все покинули этот район. Это были последние слова журналиста Саида Аль-Тауиля. Он и еще двое представителей СМИ были убиты 10 октября. На журналистах были бронежилеты и каски с надписью «Пресса». Они снимали репортаж о здании, которое Израиль вскоре собирается разбомбить в городе Газе. Помимо этого здания, израильские войска нанесли удар по другим объектам, возле которых находились Саид и его товарищи. Похороны журналистов состоялись через несколько часов после их смерти. Проститься с палестинскими журналистами пришли их коллеги. Они несли носилки с телами, а также бронежилеты погибших. За несколько дней эскалации ситуации в Палестине были убиты как минимум 6 представителей СМИ. Они стали жертвами ударов по зданиям в Газе или были застрелены израильскими солдатами. Стоит отметить, это не единичные случаи, когда израильские военные совершают нападения на журналистов в Палестине. Никто не был обвинен и не привлечен к ответственности за эти смерти.